Теперь, когда мы разобрались в шаблоне, можем приступить к непосредственной реализации алгоритма Хаффмана. Все, что связано с алгоритмом Шаннона-Фанона, нам не понадобится. Можем просто удалить. Зачем нам неработающий алгоритм? В алгоритме Хаффмана нам придется объединять символы и их частоты, поэтому вместо char frequency нам понадобится char set frequency. Вместо набора символов будем хранить как std-string, оператор сравнения изменяется естественным образом. Преобразуем теперь наш unordered map в вектор char set frequency. Сортировать нам его не нужно. Вот здесь будем реализовать алгоритм Хаффмана. Для реализации алгоритма Хаффмана нам нужно завести очередь с приоритетами, в которую поместить все имеющиеся у нас буквы вместе с их частотами. Для этого подключаем соответствующий заголовок. Теперь заводим очередь с приоритетами, которая позволит нам выбирать два множества символов с наименьшими частотами, чтобы мы их объединили. Инициализируем эту очередь элементами вектора frequencies первоначально. Потому что первоначально у нас символы каждый сам по себе. До тех пор, пока в очереди есть хотя бы два элемента, мы достаем их сначала, достаем первый, потом достаем второй. Всем символам из первого множества нужно дописать в начало их кода 0, всем символам из второго множества нужно дописать в начало их кода 1. Для того, чтобы нам было куда дописывать, нам нужно завести переменную, в которой мы будем накапливать ответ. И, собственно, давайте его теперь накапливать. Теперь, когда мы пересчитали закодированные строки для всех символов первого и второго множества, мы должны добавить в очередь с приоритетами их объединение. Это делается тоже просто. В их объединении множество символов получается как объединение множества символов этих множеств, и частота получается точно так же, как сумма двух частот. В конце работы программы нам нужно вернуть результат. Сохраняем, компилируем. Что-то не собралось. У
char set frequencies больше нету поля C. Здесь можно взять, например, char set от нуля. Компилируем снова. Не сохранили. Компилируем. Так, ищем самую верхнюю ошибку. Не смогли найти стринг. Исправили. Компилируем. Скомпилировалось. Тестируем. Аба, цабат. Работает.